Федор Романович Мамонов родился в Тульской области, учился в сельской школе, где окончил 4 класса. В 1937 году он был призван в армию, а в 41-м был назначен красноармейцем 67-го стрелкового полка 2-й дивизии 1-го Белорусского фронта. Всем не нравилось, сколько, наверное, на белом свете живут, слышат, видят. И то им уже не нравится, когда началась война. Не то убьют, не то не убьют, не то довезут, не то не довезут. Все плачут. Там столько было огня. Уже в последние годы красноармеец был демобилизован и прибыл в пожарную охрану города Москвы, после чего по распределению был отправлен в Саров, который в то время назывался «Шатки-1», где и остался жить по сей день. Его трудовой путь был непростым. В пожарную охрану берут только по-настоящему мужественных людей. Сюда отбирали, знаете как? Не особенно попадешь-то. Ни с кем не разговаривай, ни с кем никуда не ходи. Иду на работу, а чего делать, я не знаю. Более 20 лет он прослужил на различных должностях и на пенсию вышел в звание старшины. Федор Романович стал 4-м здравствующим саровчанином, перешагнувшим вековой рубеж. За плечами ветерана большой жизненный опыт и множество наград. Орден славы 3-й степени, орден Отечественной войны 2-й степени, медали за отвагу и за освобождение Варшавы. А также одна из самых почетных наград – медаль за взятие Берлина.